Друзья, всем привет! Очередной девайс. Многие, наверное, знают такого производителя, как Capricorn. Это польский производитель, который делает продукты, которые, по крайней мере, я сталкивался на протяжении своей деятельности. Это обратные клапана, канализационные крепежи делают они для труб. Еще один продукт, с которым я вообще познакомился изначально, он был одним из самых первых, это защитные заглушки опрессовочные, сине-красные. Capricorn первыми их стали делать. Сейчас появилось очень много вариантов, скажем так, и производителей, и торгующих организаций, выпускающих под собственными брендами. Есть ряд производителей, которым есть претензии. Вот, допустим, мы купились на цену, возили долгое время Felder, потом отказались пользу Unifit, потому что Unifit была чуть цена ниже. Но из 12 заглушек, которые у нас на двух объектах, как бы ребята опрессовали систему, то есть 10 потекли. Почему? Потому что, ну, нету контроля качества, либо вот из-за резьбы, либо из-за этих прокладочек, которые здесь были. То есть, ну, доверие к этому производителю мы потеряли. Хотя нам обещали как бы исправить технологически там какие-то проблемы, обменяли их на производителя Felder из наличия. Вот мы долго возили Felder. Увидел у поставщика Capricorn, без каких-либо колебаний заказал по небольшому количеству. Смотрите, какая разница между двумя этими производителями, которыми я как бы занимаюсь. То есть это Felder, это Capricorn. Во-первых, резьба длиннее. Если вы глубоко топите, заглушить, как бы это очень играет роль огромную. Плюс удобная насечки для того, чтобы вручную откручивать, закручивать. То есть не нужен гаечный ключ вообще, как бы можно даже вот каким-нибудь элементом там отверткой или еще что-то закрутить, выкрутить. У нее более плотная прокладочка, которая выступает на резьбе. Еще один плюс: в таких потайных местах, когда у нас плитка немного выступает из стены и заглушки немножко утоплены, в большинстве случаев из своей практики все заглушки, которые мы пластмассовые начинали вкручивать, у Хенка были заглушки, полипропиленовые там Проаква, Кальда, все начинают садиться неровно. То есть мы заново на пластиковой заглушке нарезаем резьбу. Очень было неудобно, то есть проблема как бы она особо не решилась. То есть если резьба не пошла, так у нас элемент и закрутился не по резьбе, мы тут сорвали. Смотрите, что есть у Каприкорна. У нее есть небольшое посадочное место для того, чтобы у нас элемент зашел и потом по резьбе уже нормально закрутился. Я думаю, 4 витков, в принципе, для системы опрессования достаточно для того, чтобы вы проверили на герметичность свою систему отопления, водоснабжения. И потом сняли эти заглушки. Ну, понятно, что это временные для только опрессовки. Плюс еще огромный, то что Capricorn за такое как бы долговременное существование, ну, как бы бренд, он все равно бренд, они ценник держат. То есть, ну вот, он дешевле, чем тот же самый Felder. Я их заказал
и буду держать в ассортименте. Ребята, универсалы, кто после монтажников там начинает делать установку, выкручивать заглушки или сам использует, даже эстеты, которые сейчас любят все в красном-синем при сдаче объектов. Заглушечки есть, недорогой вариант, удобный, каприкорн. Фелдер убирать не будем, кому-то удобнее они будут. Поэтому обращайтесь. Всем пока.